Всем привет, ребят! Вот сейчас шел мимо аптеки нашей, да, и обратил внимание, что там есть такие вот прокладочки, посмотрите, они вот. Прям обратите на это внимание, потому что я думаю, в ваших магазинах и аптеках тоже это есть. Мне просто интересно стало, насколько, есть ли там вообще анион или нет, и насколько производитель обманывает своих потребителей, вернее сказать, потребительниц, то есть, которые используют эту прокладку. Смотрите, ребят, я ее разрываю. Все говорят, что здесь есть анион, да? Ну, во-первых, я всегда определяю, то есть, ну да, стерильно пахнет, то есть, как и должно пахнуть перевязочный материал. И вот это у меня анионовый тестер. То есть, обратите внимание, он считывает анионы с любых поверхностей, где они есть. И я вот нажимаю на старт. Сейчас мы смотрим, врет ли нам этот производитель, или он пишет правду на своей упаковке, что здесь есть анионы. 21, практически их тут нет, то есть это анионы, которые присутствуют в этом воздухе. Это говорит о том, что это жалкая подделка, которой я вам не советую пользоваться, если вы хотите пользоваться анионовыми прокладками. И беру прокладки нашей компании Anion Plus. Это новейшие прокладки, ребят, смотрите, я ее даже не буду вскрывать, вот она. И здесь такая же вставка, я просто прикладываю наш тестер и запускаю. Смотрите, я ее не вскрывал. Если я вскрою, там анионов будет еще больше. На закрытой прокладке 518. Ну давайте мы ее вскроем все-таки. Мне просто интересно, сколько покажет открытая прокладка. Ну первое, то что, естественно, запах стерильный, как пахнет стерильный дым. И мы тестируем. Мы запускаем на анионовой вставке. Идет треск. Вы, наверное, слышите. 1250 восходящий поток анионов на кубический сантиметр. Это говорит о том, что вот такой здесь поток анионов. И я хочу протестировать еще. У нас есть две пачки, на которых бамбуковые прокладки на анионах. Может быть, кто-то пользуются такими. Мне просто интересно. Эти прокладки я никогда не тестировал. Я их тоже вскрываю. Такая же здесь вставочка зелененькая. Ой, прям как аналог вообще. Смотрите, ребят. Ну, первое то, что... Да, стерильный запах. Нет отдушек и добавок. И запускаем. Просто мне интересно, насколько производители говорят правду, что там есть анионы. 45. Практически то, что есть в воздухе, это говорит о том, что эта прокладка не прошла тест, там нет анионов. А ценность этих прокладок только в анионах. Почему? Потому что отрицательно заряженная частица, она работает на все воспалительные процессы женского или мужского организма, потому что все у нас воспалительные процессы имеют заряд положительный. А физика, 8 класс, анионы нейтрализуют положительный заряд и убирают все воспалительные процессы женского организма, будь то эрозия, эндометриоз, молочница, киста, миома в начальной стадии, там, недержание мочи и так далее. И еще одна прокладочка китайская, тоже написано анионы. Тоже мне очень интересно, есть ли тут анионы. Третья уже по счету прокладка. Ну, пахнет стерильно, все хорошо. Ладно, запускаем наш прибор. На всех написано, что это анионовые прокладки. А это говорит о том, что если там анионов нет, то стоимость этих... Все, нету здесь вообще анионов. И это говорит о том, что стоимость этих прокладок падает в разы. Потому что это простая прокладка. Она хорошая, конечно, на ощупь. Она хорошая, конечно, по ощущениям. Но мы же с вами покупаем профилактику нашего здоровья. И только одна прокладка прошла тест, в которой 1250 анионов на кубический сантиметр. Я могу вам сегодня привести тысячи примеров тех прокладок, которые продаются и говорят, что они анионовые. К сожалению, там нет анионов. Даже те компании, которые сегодня китайские сетевые, нам предлагают, а вы такие знаете, которые на букву Т, на букву W, на букву двойную G, L, и они говорят, что у них сегодня прокладки, которые имеют анионы. Ребят, не верьте, ни в одной из этих прокладок анионов нет. Пользуйтесь тем, то, что имеет качество и то, что будет помогать вашему здоровью.